Нынешний 2024 год объявлен годом семьи. И мы продолжаем знакомить вас с многодетными семьями Верхневолжья, которые должны стать примером для тех, кто еще сомневается, стоит ли пополнить состав своих домочадцев. Наша съемочная группа пообщалась с многодетной мамой Аленой Кочневой. У женщины 4 ребенка. Основная ее работа – быть мамой, только потом профессия. Впрочем, одно другому не мешает. Смотрите нашу рубрику «Большая семья. Тверская традиция». Алена с детства мечтала стать мамой, наверное, как и любая девочка. Она играла в дочке-матери с двумя одинаковыми куклами. И так вышло, уже будучи взрослой, создав семью, в первую беременность она узнала, что у нее будут девочки-двойняшки. Это было, скажем так, довольно-таки экстремально и незабываемо. То есть, когда я не думала, что такие эмоции можно испытать, когда два маленьких человечка одновременно плачут, одновременно хотят кушать, спать. И, в общем, ну ничего, мы справлялись по очереди с мужем. Каждого ребеночка носили ночью. Вот, муж научился пеленать даже с закрытыми глазами в темноте. И хотя материнство – труд тяжелый, 24 часа без отдыха и выходных, все трудности и невзгоды компенсируются самой высокой наградой для матери – любовью и счастливыми улыбками детей. Через несколько лет после двойняшек у Елены и Романа появилась еще одна дочка – Ульяна, а потом еще одна – Марьяна. Сейчас Кочневы воспитывают 4 принцесс. У каждой свой характер, свои желания, и каждый нужен свой подход. Но самая большая, если можно сказать, проблема для многодетной мамы – выйти всем вместе из дома. Ведь все даже самой маленькой надо нарядиться, с улыбкой делится Алена. Все наряжаться очень любят. Начинается с меня, и маленький тоже, вплоть до 2-летней Марьяны, она может сказать: «Не хочу». Вот это хочу. Сама себе пойдет в шкафу, выберет платье. Уже так здорово, что можно с двойняшками посоветоваться. Я говорю: «Эту кофточку или эту кофточку?» Быть мамой – большое счастье, а в многодетной семье это счастье умноженное в разы. Всех девочек объединяет одно общее желание – петь. Старшие дочки Ирина и Кристина начали заниматься вокалом с 4 лет. Спустя время к ним присоединилась средняя сестра Ульяна. А вот сейчас и самая маленькая, 2-летняя Марьяна, уже знает репертуар сестер и подпевает им. Сестренка моя, в огромных глазах любви отражение, как я без тебя. Как ты без меня, мы нашей семьи продолжение. Девочки участвуют в разных мероприятиях. И сейчас основная работа мамы – успеть всех отвести в кружки, секции отправить на конкурсы. Ульяна, например, недавно участвовала в телевизионном проекте «Созвездие». Он прошел в Казани. Она стала финалисткой 14-го открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства и завоевала специальный приз за артистизм. Напомним, что 2024 год объявлен в России годом семьи. Кочневы участвовали в его торжественном региональном открытии, которое прошло в Твери. Семья – это опора государства. И чем больше таких активных, позитивных и талантливых многодетных семей в нашей стране, тем она будет крепче и сильнее.